В столице Верхневолжья в центре «Мой бизнес» впервые пройдет новогодняя ярмарка. Она будет организована в пятницу 24 декабря. На ней будут представлены товары от мастеров Тверской области. У жителей гостей Твери будет возможность приобрести товары, которые не просто найти в магазинах. Чаще всего они продаются онлайн или под заказ. Например, посетители ярмарки смогут подержать в руках гусли, попробовать поиграть на них, выбрать инструмент в подарок не только по картинке, а по реальным ощущениям. Также будут представлены украшения ручной работы, керамика, натуральная косметика, композиции из еловых веток для украшения дома. Новогодняя ярмарка будет работать в центре «Мой бизнес» по адресу город Тверь, проспект Победы, 14, с 11 до 19 часов. Мы всех ждем. У нас будут проходить мастер-классы от тех же, кто будет выставляться. Можно будет сделать там роспись ручную. Также у нас будет проходить мероприятие там, по награждению предпринимателей. Будет живая музыка. Мы постарались сделать такое очень атмосферное новогоднее мероприятие с новогодней атрибутикой, живой музыкой. Будет здорово.